Давай-ка, праведник, рассказывай мне сейчас как на духу. Ну. Изменял мне когда, али нет? Да, ну... Чего ну? Ну, бывало. Сколько раз? Ну, когда по молодости-то налево ходил. Ну? Каждый раз в синяк в стенку гвоздик прибивал. Там, где шапка висит, это Танька. А там, где тулуп, это Верка. А там, где коцовейка, опять Танька. А. Ох, какая баба-то была. Даже двух гвоздей для нее не жалко. Ах ты, кобель старый, я тебе... Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, тихо-тихо-тихо. Давай. Чего? Теперь ты давай, рассказывай, чего. Небось, тоже не безгрешно. Ну, было дело. А я каждый раз после этого горошину в мешочек клала. Ну, давай, неси свой мешочек. Посчитаем, сколько у тебя там горошин-то. Опомнился, старый. Ты вторую неделю гороховую кашу трескаешь.